Карантин в школах города Якутска продлен. Такое решение сегодня приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия. Занятия в школах приостановлены до 30 января включительно. В столице республики уже неделю действует карантин во всех школах из-за увеличения случаев заболевания ОРВИ гриппом. По данным Роспотребнадзора, сейчас в Якутске зарегистрировано более 4000 заболевших детей. Приняли решение о продлении карантина до 30 января включительно для всех обучающихся с 1 по 11 класс, включая учреждения дополнительного образования. Это учреждения и культуры, и спорта. Для них также вводятся ограничительные мероприятия. Ну и запрет идет на проведение городских общешкольных мероприятий. В связи с чем принято такое решение. Рост заболеваемости продолжается. Мы хотим отметить, что несколько сократилась интенсивность этого роста. То есть мы считаем, что решение, которое было принято неделю назад о введении ограничительных мероприятий, о введении карантина по школам города, оно было правильное. Но для того, чтобы закрепить вот этот результат и не допустить вот этой вот высокой интенсивности роста заболевания среди детского населения, мы продляем карантин еще на неделю.